Тудор Миклован, комиссар румынской королевской полиции, любимец советских мальчишек 70-х годов и самый известный после графа Дракулы, разумеется, уроженец Румынии. Его придумал и сыграл кинорежиссер Серджо Николаеску в фильмах «Чистыми руками», «Комиссар полиции обвиняет», «Комиссар полиции малыш», «Реванш». Но еще до этого Николаеску узнали в Советском Союзе благодаря историческому суперколосу «Даки», где он доказал, что социалистическая кинематография вполне может соперничать с Голливудом. Я помню, что я смотрел эти фильмы там по много раз. Но это целая даже эпоха, наверное, в жизни. Не, даже не эпоха в кино, в нашем там, а эпоха в жизни. Потому что я например, вот фильм «Даки» очень хорошо помню. И это даже давало некоторые попутные интересы, потому что я стал интересоваться вообще, кто это такие, потому что не знаю, ведь непонятно, кто это, что это, на какой территории это все происходило и кто кого все-таки завоевывал. Понятно, что даки хорошие, а римляне плохие. Сам Николаеску, красавец-плейбой, пионер подводных съемок, трюкач и парашютист, в жизни так же загадочен и неуловим, как его герой, комиссар Миклован. Во всяком случае, нашим общим друзьям в Бухаресте даже не удалось разыскать его для съемок интервью. Герой Николаеску начал свою экранную полицейскую карьеру еще в буржуазной Румынии, где он в одиночку косил из автомата сотни затянутых в черную кожу фашистов-железногвардейцев. Но среди погони перестрелок он никогда не забывал переменить по меньшей мере 4 элегантных костюма за фильм. Потом в фильме «Чистыми руками» он поступил на службу в новорожденную коммунистическую милицию, где для классового равновесия ему придали члена партии, идейно выдержанного гуманиста комиссара Михая. Но мальчишки все равно продолжали играть в Миклована, а не в его стерильного двойника. Ну, потому что не было заграничного приключенческого кино. Был Гойко Митич, значит, да, такие американские индейцы, сделанные в Восточной Германии, и все. В том же фильме «Чистыми руками» комиссар Миклован погиб окончательно, потому что в финале каждого эпизода он обязательно падал, скошенный пулеметным дождем, чтобы в следующей серии воскреснуть, поправив чуть сбившуюся шляпу. Он только казался одиноким. На самом деле у него было много братьев, таких же экранных призраков, как он. Его старшим братом, конечно же, был Хамфри Богарт, легендарный Боги, помятый и печальный частный сыщик из американских черных фильмов 40-х-50-х годов. Его братом был Ален Делон, вернее, персонаж Делона, прозванный самураем, ледяной невозмутимый ангел-истребитель из парижских каменных джунглей. И, конечно же, комиссар Миклован был нашим родным социалистическим Клинтом Иствудом, одиноким ковбоем, непрощенным бледным всадником, возвращающимся из царства мертвых, чтобы восстановить попранную на земле справедливость. Он абсолютно мифологическая, конечно, фигура. Я уж не знаю, был бы другой такой, но этот абсолютный миф, конечно. И он был такой герой. Комиссар Миклован не погиб. Он остался в нашем детстве. Но мы знаем, что когда понадобится, он вернется. Такой же меткий, элегантный, справедливый, безжалостный и бессмертный.